Торжественный вечер собрал много почетных гостей. Поздравить десногорских многодетных мамочек пришли руководители предприятий, представители общественных организаций, депутаты и руководство города. Благодаря вам, наши дорогие, бесконечно любимые мамы, у нашего города есть будущее, у нашей страны есть будущее, и у нас с вами есть уверенный взгляд в завтра. А самое главное, есть твердое понимание, что все у нас будет хорошо уже сегодня. Вот, поэтому всех вас поздравляю с наступающим Днем Матери. Желаю, кроме традиционного терпения, которое вам и так на каждом углу желают, я желаю вам красоты, любви, отдачи того самого сердечного тепла, который вы вкладываете ежедневно своим бесконечным трудом, а на самом деле служением своим семьям, нашей стране. В Десногорске проживает 159 многодетных семей. В торжественной обстановке мамам, воспитывающим трое и более детей, вручили от городского совета женщин памятные подарки и цветы. Не забыли в этот вечер и о мамочках, которые воспитывают детей с особенностями в развитии. Особые поздравления и пожелания были сказаны семьям, воспитывающих приемных детей. Канун такого теплого семейного праздника – День матери, который в настоящее время празднуется на государственном уровне, свое поздравление я хотела бы начать с небольшой притчи. За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: «Я иду в незнакомый мир, я боюсь, что я там потеряюсь». «Не бойся», — сказал Бог. Я дам тебе ангела. В ноябре этого года новый состав Десногорского совета женщин отпраздновал свой 5-летний юбилей. За этот период проведена немалая работа. Высшей наградой для членов Совета женщин региона является памятная медаль Союза женщин России. У нас в городе этой награды уже удостоены Валентина Кондрашова, Ольга Романюк и Татьяна Агафонова. На вечере в торжественной обстановке медаль Союза женщин России вручили и еще одному представителю Десногорского женсовета – Валентине Денисенко.